Конец февраля. Зима наградила минусовой температурой, а это значит, появился новый шанс выхода на лед. Нахожусь в столице на родном водоеме. Здесь я вырос, и именно отсюда зародилось мое хобби. Летом на этом озере я дебютировал в фидерной ловле и успешно половил подлещика. Сегодня же у меня хищник и ловля щуки на жерлице. Осталось поймать живца и установить снасть. Сегодня использую два типа жерлиц. Катушки оснащены монофильной леской диаметром 0,3 мм. Ловлю исключительно на двойники. Размер крючка подбирается под живца. Поводки металлические, длиною до 30 см. Живца насаживаю через жаберную крышку, как показано на рисунке. Есть рыба. Давай, 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 родная. Опа! Вот, друзья, первая щучка в этом сезоне. Ну, такая килограммчика на полтора, наверное. Супер! Ну что, рыбка сегодня активничает. У меня уже вторая поклевочка. Будем доставать и смотреть. Ох! Вот это натяжка, ребята! Фу. Я на всякий случай возьму пассатижи, чтобы, если будет щука слишком крупная, я бы мог ее взять за челюсть и вытащить на лед. Так что пойду схожу за инструментом. Ух. Дело в том, что сегодня я забыл багорик с собой взять, поэтому буду пользоваться таким инструментом. Надеюсь, все обойдется. Но я чувствую, что рыба намного крупнее, она просто хочет сорвать жерлицу. Потяжки очень серьезные, но будем пробовать. Ну, с Богом! Монстр! Монстр, друзья! Рыба держится на самом кончике. Опа! Вот, друзья, вот она, красавица! Супер! День удался, вторая рыба зачетная, хорошая мамочка. Озеро вознаградило меня сегодня прекрасной рыбалкой. Продолжаем ловить. Вот такая, друзья, красавица.
Сейчас на глазах я у вас ее постараюсь взвесить. Мне самому интересно. До этого мой рекорд по щуке составлял всего лишь 3,5 килограмма, несмотря на то, что рыбалкой я занимаюсь более 20 лет. Но это явно рыбка будет покрупнее. Сейчас еще раз попробую обнулить. Опа. 4 килограмма 150 грамм. Вот такая вот красавица. Вы можете посмотреть вот на этот крючок, как он засекся. Это просто счастье, что она у меня не сорвалась. Вот он поводочек, вот он крючочек. Это здорово. Ну что, такая добрая, твердая двушечка, упитанная, красивая щучка. Что же, дорогие друзья, по закону Эстонии я сегодня установил 3 жерлицы, 3 поклевки. У меня уже 3 щуки в зачете. Я не перестаю повторять, что жадность – это плохое качество рыболова, поэтому 3 рыбы – это для меня вполне достаточно, чтобы покормить себя, свою семью и даже угостить своих близких родственников. Так что сегодняшнюю рыбалочку я решил закончить. Она получилась, ну, просто отличная. Позитива на целую рабочую неделю. Дорогие рыболовы, друзья, вам ни хвоста, ни чешуи. Подписывайтесь на канал Серго Фишинг, ставьте лайки и до новых встреч. Пока-пока.